1157 год. После крушения космического корабля землянин Максим оказывается на планете Саракш без надежды вернуться домой. Имя? Максим Камерер. Земли. Он знакомится с молодым гвардейцем по имени Гай и его сестрой по имени Рада. Но дружба и любовь Максима не приносят им счастья. Страна, в которой оказался Максим, находится под контролем системы излучателей, установленных на башнях и патрульных машинах. Невидимое излучение оболванивает людей, заставляя верить всему. Тех, кто не поддается внушению, называют выродками. Когда излучатели включаются на полную мощность, выродки испытывают адскую боль. Группа правителей называет себя неизвестными отцами. Все они выродки. Излучение для них – орудие власти и пытка. Выродки, не принадлежащие к властной элите, назначены врагами. Их выявляют, травят, преследуют. Приговаривается к уничтожению в течение 48 часов. Поганые башни! На Максима излучение не действует. Реакция на А-излучение нулевая в обоих смыслах. Он необычайно силен и развит физически. На Земле 22 века научились использовать скрытые ресурсы человеческого организма. Тем временем приближается война. Неизвестные отцы готовят вторжение на территорию соседнего государства. Воевать хотите? Узнав о способностях Максима, на него устраивают охоту две конкурирующие силы. Странник, глава департамента специальных исследований. Поезжайте и приведите его. И умник, он же государственный прокурор. Собери всю информацию о нем. Что это такое? Откуда взялся? Он нужен обоим, но для разных целей. Все, стоять! На пол, живо! А зачем он тебе? Мутант, он мне нужен для работы. Препарировать будешь? Обязательно. Чтобы выжить, спасти друга и любимую девушку, Максим решает разрушить систему излучателей. Да ты идиот! Ты представляешь, сколько таких башен стоит по стране? Сколько их строится ежегодно, ежедневно? Он не находит союзников внутри страны. Выродки либо слишком слабы, либо слишком расчетливы. А почему истинное назначение башен скрывают от рядовых подпольщиков? Ну, потому что большинство в штабе надеется захватить власть и использовать башни по-старому, но для других целей. Для каких других? Тогда силой захватив с собой Гая, Максим в украденном танке пробивается через армейские кордоны. Он решает искать союзников за пределами известного мира. Среди мутантов и врагов. Этот мир стал миром рабов. Мы разучились отличать настоящее добро от воображаемого. Но придет человек из внешнего мира и вернет нам свободу. Мир в равновесии, Максим. А ты хочешь верить? Собрались, чтобы обсудить предложение нашего друга. Он хочет уничтожить наших врагов. Кто ты такой, чтобы решать за них? Мак! Гай! Мак! Гай! Попробуй связаться со Островной Империей. Кто же он все-таки такой? Очень опасный человек. Я предлагаю вам свергнуть неизвестных отцов. Судьба Рады Гал. Это их история. Убирайся. Никогда.